Вы же ездили на пляж? Конечно, я когда это увидел, я просто охренел. Я просто такой концентрации прекраснейших женских жоп в мире нигде. Я даже не знал, что такое возможно. Я думал, ты обуголишь. А вот, представляешь, он увидел там жопы, а я увидел женские жопы. Вот. Да, а там... я увидел там, выйдя в 72-м году, тоже хороший. Выйдя на пляж туда, увидел ночью на площадке, да, играли все футбол. Все, прям все женщины. Играли. Нет, это для него женщины играли. А для меня мужики играли, понимаешь? Не, ну расскажи про жопу, тебе понравилось? Или ты их вообще не обратил на них внимания? Не, я не обратил внимания. Там я смотрел на футболистов, которые творили на футбольном поле для меня. Там всю ночь играли в футбол.